приветище! Это войны Хайрула, и мы продолжаем спасать королевство. Сегодня мы направляемся во владение Зора. Но прежде чем направиться в эти владения, нам нужно выбрать, кто же с нами пойдет. Линк — это обязательный персонаж. И вот второй персонаж можно взять Дарука, но он слишком большой. Может быть, Зельду? Все-таки мы Зельду сопровождаем. Поэтому с нами идет Зельда. Выберем ей мощный камень Шика. Вот у нас тут есть 16 дамага. Вооружаем. Также нужно поменять вооружение Линку, потому что я уже устал бегать с мечом и щитом. Будет бегать вот с такой кувалдой. Ну вот, другое дело. Не забываем про еду. В путешествии обязательно нужна еда. У нас есть только рыба. Будем есть ее. В принципе, все. Мы готовы. Отправляемся во владение Зора. Долгожительница Зора, которая с легкостью пересекла реки и озера, жила в Ланайру, в великолепном месте, которое называлось владением Зоры. Мифа, принцесса народа Зора, обладающая силой исцелять чужие раны, была выбрана для управления божественным чудищем Варута. В сопровождении Линка и остальных членов своей группы Зельда направилась во владение Зоры, где ей была представлена аудиенция с королем Дорифаном. Мифа, пилот божественного чудища, король Дорифан. Да, мой отец, король Ром, верит, что она сделает все возможное. С вашего разрешения, конечно. Это очень опасная миссия. Пилотировать божественным чудищем против тьмы. И я понимаю, что рыцарь, который запечатает эту тьму, еще не появился. Это правда. Я должен отказаться. Я не могу подвергать свою дочь такой опасности. Но я... Ваше Величество! Я принес новости. Ну, Линк, ты вырос с тех пор, как я видела тебя последний раз. Мифа. И все же, ты не изменился. Это существо. Страж? Как мило. Принцесса Мифа! Монстр уже на горе Олимп. Направляется прямо сюда. А что мой отец? Его Величество ведет армию на перехват. Он полагал, что принц вместе с вами. Сайдан пропал? Мы найдем Сайдана. А вы должны следить за владениями. Так точно. Мы должны держать монстров подальше от владений. Ну еще бы. Капец, вот вечно, где мы только появляемся, постоянно происходит какая-то фигня. Но, с другой стороны, это отличный повод проверить молот. И, по-моему, у меня появились новые приемы с ним. Ну-ка. Нифига себе, вот это вертуханы. Вау-вау-вау. Я вообще теперь бесстрашный, меня никто не остановит. Опс. Молния остановила. Молния — это очень плохо, потому что еще дождь идет. Надо решать эту проблему с волшебником. Ледяная глыба спасла нас от разряда, но... Блин. Да что ж ты будешь делать-то? Сложно, сложно, слишком сложно с этими молниями во время дождя. Давай-ка подкинем ему гранаток. Раз мы вблизь не можем подойти. Отлично. Там вон Мифа и Зельда нам помогают. Девчонки, давайте там поаккуратнее, смотри, чтоб вас не поджарила молния. А я пока подумаю, как этого волшебника из Гарри Поттера замочить. Так, Стадис не туда ушел.
Ну-ну. Воу-воу-воу! Ты видал, какие я мощные импульсы пускать умею? А, черт снова довыпендривался. Так, давай-ка я поем во время боя. Ледяная глыба и... Давай, чуть-чуть осталось. Да что ж ты будешь делать? Прям в воздухе меня лупит. Последний удар. Чё случилось? Один из Зора был под электричеством, но Мифа его спасла. Ого, это мы капитана Зора спасли. Ну ладненько, предлагаю поиграть за Мифу. Мы еще за нее вообще ни разу не играли. Вот такая вот маленькая хрупенькая девочка. Посмотрим, на что она способна и что вообще умеет. Это что такое? О, жрачка. Итак, эта девочка довольно юркая. И еще она в самом начале говорила, что Зора очень боятся молний, поэтому надо их опасаться, а то будет очень больно. Ну, раскидывает неплохо врагов. Это радует, особенно с трезубцем своим. Ух ты. Какие-то кувшинчики призывать умею. Водопадики или как фонтанчики. Я из этих фонтанчиков могу выпрыгивать. Сейчас проверю. Короче, фонтан-телепорт. Вот оно что. А есть какие-нибудь еще классные штуки у тебя, Мифа? Надо побольше монстров. Вот, например, вот эта пачка. Ага. Ну вот, пожалуйста, комбо с фонтаном. Сейчас попробуем что-нибудь на скорости. Ну-ка. Ох, водяные всплески. Неплохо, неплохо, блин. Маги молний. Ах, не успел телепортнуться. Мифой на самом деле разбираться проще с этими электрическими магами, потому что она за спину телепортируется. Вот так вот. И уцо. Был маг и нет мага. О, можно гранату кинуть. Ничего себе у меня способность. Гранатовый дождь. Мощно. Блин, ну за Мифу тоже интересно играть, конечно. О, водяной пузырь, в котором я разматываю мага. Кошерно. Так, тут у нас Зора. Капитан Зора пытается тоже мага замочить. Поможем ему. Гранатовый дождь. Поиграем немножечко за Зельду. Мы же и камень Шика поменяли на более мощный. Посмотрим, как она разматывает врагов. Вначале, значит, стазис. Потом магнезий. Ледяные глыбы. Взрыв. Бах, буду-бах. И... Ну, так себе. Моблина я не уложил с трех подходов. Попробуем еще раз комбинировать свои каменно-шиковские способности. Давай-давай, кидай в него, кидай уже. Вон у тебя мусор над башкой крутится, чтобы ты запустила в него. Вот, отлично. Какой-то жирненький моблин попался, слушай. Либо я Зельду не прокачал нормально. Подрыв! Короче, из всех троих воинов, которые сейчас присутствуют тут на этом поле боя, это... Ой, отхватил. Мифа, Зельда и Линк. Самый мощный — это Линк. Потому что я за него чаще играю. Да еще и молот у него появился. Взрыв! Ништяк. Моблину осталось недолго. А, магнезис. Ловлю молот. Шикарно. Запустили его же молот ему же в лоб. Все, расшатался моблин. Бежим дальше. Мифа спрашивает, не видели ли мы ее брата. Нет, не видели. Сорян. Благодарю, леди Мифа. Принца Сайдана еще никто не нашел. Во всяком случае, во владениях. Куда он мог запропаститься? Да фиг его знает, куда он делся. Давайте отбивать монстров. Сейчас я всех расшатаю. Покажу свои мастер-классы с молотом. Опа. Да выпендривался. Получай. Нафига себе. 1000 ударов за одно мгновение. Вот это я дал, жару так дал. Момент настал, стазис восстал. Давай. Бомбани его. Еее, почти. Еще чуть-чуть броню его пробить. Все, готовченко. Капитан Зора говорит, спасибо, леди Мифа. Я присоединяюсь к поиску принца Сайдана. В смысле, леди Мифа? Тебе Линк помог. Леди Мифа, стойте! Электрическая атака, для вас здесь небезопасно. Да пофиг, я за Линка играю. Леди Мифа далеко. Я не позволю этим захватчикам бесчинствовать во владениях. Да-да, я тебе в этом помогу.
О, видал? 100 тысяч убийств. Мощно, мощно. Бежим, короче, к контрольной точке. Просто бежим и рубим всех монстров. Вот таким вот макаром. Как же мне нравится с молотом играть. Я просто кайфую от этого. О, электрические маги, смотри. Сейчас мы ему тоже разряд пустим. Он же в воде стоит. Лови! Ништяк. Смотри, как их колбасит. Надо пойти добить их. Лови плюху! Прикинь, как быстро, да? Добивающие удары молотом. Давай, до свидания! Ух ты, там сколько сундуков выпало. Чё дадут? Копье какое-то дали. По-моему, копье я уже где-то поднимал. Надо будет с копьем еще попробовать поиграть. Может быть, у него там тоже свои фишки есть. Все, мы почти добежали до контрольной точки. Вот зараза. Капитан предупреждает нас о том, что орда появилась возле владений. Что? Должно быть, таков был их план все это время. Блин, ребят, подождите, я не могу драться и читать. Сейчас я быстренько суперкомбо юзну. Чё за фигня? Как это он выжил вообще? Короче, пока я юзал суперкомбо, Мифа сказала, что нужно разделить войско, чтобы часть отправилась во владение, а часть продолжала искать Сайдена. Походу, я продолжаю поиски. Ну и, конечно же, зажигать вместе с этими ящерами. Вот это зажигалочка у нас сейчас тут была. Добиваем. Блин, так обожаете добивания. Это наш шанс, кричит Мифа. И на карте появилось еще 4 контрольных точки. Ладненько, пойдем посмотрим, что там у нас. О, дождь из моблинов подъехал. Ладно, ребятки, извиняйте, но мне некогда, нужно бежать. Моя леди, принц Сайден направляется прямо к горе Олимп. О, да неужели мы его нашли? Только не туда, мы должны вернуть его назад. Понятно, на Олимпе какая-то задница. Оставьте владение на нас, а сами поспешите к принцу. Ну, пожалуй, мы так и сделаем. Кстати, Сидона мы встречали с тобой в оригинальной Зельде. И поскольку прошло 100 лет, он был там уже большой, а сейчас 100 лет назад он должен быть маленьким. То есть мы сейчас встретим Сидона-малыша. Вот сейчас мы это и узнаем. До Олимпа осталось совсем чуть-чуть. Сейчас на скоростях доплывем туда. Летучие мышки тут что-то делают. Да блин, все никак не убить их. Что в оригинальной Зельде я ненавидел летучих мышей, что и здесь. Они такие же бесячие. Все, наконец-то разобрались. Плывем дальше. Эй, кентавр, дуй-ка сюда. Чё ты на мелкого там нарываешься? Мифа кричит. Эй, чудище, я не позволю тебе пальцем тронуть Сайдена. И чуть сам не отхватил. Успел увернуться. Мелкий, конечно, вообще бесстрашный. На Олимп забрался к этому кентавру. Он его в одиночку хотел шатать, что ли, или как? Мы тут втроем вон отхватываем. Зельда уже наполовину дохлая. Я сейчас тоже огребу. Наверное. Вся надежда только на Линка будет в конце. Давай-ка заценим суперудар Мифы. А, нифига себе. Она, короче, взяла и отхилила всю команду. Точно, она же умеет лечить. Круто. Хотя... Ай-яй-яй, опасно было. Хотя Зельда, он до сих пор полудохлая. Значит, она отхилила только себя. Вот это подрыв. Меня еще подожгли немножечко. Добиваем, добиваем, ребята. Либо Зельда отбежала во время моего отхила. Ну чё, кентаврик? Опа, фаербол. А нет, это огненный шар был. Мы с таким, кстати, на арене дрались. Точно с таким же кентавром. В оригинальной Зельде. Давай, Линк, шатай своим молотом ему по черепухе. Где твои импульсные удары? 1000 ударов в одно мгновение. Давай, попахнем сейчас ему. Зельда там пукает своими ледяными глыбами. Ладно, девчат, давайте, пока я полетел. Разбирайтесь тут сами. Я пошутил. Без меня вы тут помрете.
Надо просто выловить момент. Момент. Вот сейчас момент или нет? Нет, не момент. Вот момент! Момент настал! Я сейчас его... Блин, я его профукал. Короче, после огненного шара надо его мочить. Может, еще будут моменты? Во! Надо гранату ему кидать в пасть. Ну, лови. Ништяк. Сработало. Добиваем. Девчата, накидывайтесь. О, черт, он начукался. Суперкомбо. О, неплохо. 1/10 хп ему снесли. И броня совсем... Мы чуть-чуть не добили. Чуть-чуть. Остался один осколок брони, и все, вот. Ему хана будет сейчас. Граната, 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 полетели. Все, чуть-чуть. Есть. Он слег. Брони нету, добиваем. Вот это размах. Оу, это больно. Линк вообще красава, из любой ситуации вытащит. Сайдон! Маленький засранец. Надо было еще добавить. Зачем ты пытался бороться с этим зверем в одиночку? Сайдон, маленький принц Зора. Я очень за тебя волновалась. Но... все же я горжусь тобой. Какой же у меня храбрый младший брат. Что это? Зора! Теперь пути назад нет! Король Дорифан! Может ли это быть? Я умоляю тебя, Варута, в час нужды одолжи мне свою силу. О, да. Сейчас она Мифи поможет. Наша Варута. Пойдем громить эти орды монстров. Так много монстров, но тем не менее вместе мы можем добиться чего угодно. Погнали. А, ледяные импульсы. Это круто. Прикольно. Крушить, ломать. Это. Киборг-убийца. Это я. Сейчас все разломаем здесь. Всех уничтожим, этих монстров. Круто. Так, что еще у нас есть? Что это такое? О, самонаводящиеся стрелы ледяные. Кошерно. Есть препятствие, преграждающее нам путь. Интересно, смогу ли я его повалить? Да по-любому сможешь.
Вот это масштаб силы божественного чудища! Невероятно! Я вижу врагов на вершине того утеса! Время расправиться с ними! Выстрел чудища! Сейчас мы тут всех сожжем! Ой, как там все разлетается! Тысяча убийств! Да, масштабы, конечно, поражают. Так нравится за слона играть. Вообще, он так ходит, все трясется. Чувствуешь себя непобедимой махиной, которая прорывается по утесу. Что там такое? Кто-то в нас что-то кидает, по-моему. Ага, фаербол пуляет. Но у нас есть самонаводящиеся стрелы. Ой, бочки полетели, смотри-ка. Бочки пускают нас. Против такого случая у нас есть броня. Ледяная броня, которую не пробьют даже бочки. Блин. Короче, жалко, нельзя использовать и броню, и наводящиеся стрелы одновременно. Снесли базу моблинов. Еще фаерболы летят, смотри. Нифига, сколько их там летит. Что это за круг? Ха! Моя броня все обезвредила. Круто. Давай уже уничтожим того волшебника. А то он меня достал. Готов. Но там справа есть еще один. Все, с волшебниками вроде разобрались. Ё-моё, вот это разнос. Нежный великан, твоя сила растет. Это, несомненно, пойдет нам на пользу. Нежный великан. Мифа прозвала, короче, чудище свое нежный великан. Первый раз вообще услышал, чтобы чудищам давали прозвище. В оригинальной Зельде такого не было. Нежный великан, наш союз, хоть и новый, но кажется вековым. Мы идем вперед как единое целое. Короче, получается, что сейчас мы на том историческом моменте, когда все герои впервые начали управлять чудищем. Понятно. Ох, как я грамотно всех залил водой. Ну не всех, но серединку точно. Оп-оп-оп-оп, щит! Чуть-чуть не успел. Чуть-чуть. Так, ребят, вам хана, что-то вы тут совсем борзеете. Выкусите моего чудесного выстрела. Всем бесплатная лазерная депиляция. Осталось всего несколько врагов. Мы быстро с ними расправимся. Ну, я надеюсь на это. А бомбы все летят. Теперь не летят. А там еще, смотри, кучка стоит снизу. Как-то я их не поджарил. Все, вроде бы тут точно все. Чешем дальше. Ого, там смотри, какой каньон. Там вода. Нам что, в воду, что ли? Ну, в принципе, мы вроде как плавать умеем. Мы же как раз из воды вышли. Сейчас всех самонаводящимися стрелами подорвем. Вот это я понимаю. Роскошь. Дозволенная только чудищем. Что-то пройти не могу, застрял. О! Это что началось-то? Я никогда не видела столько кентавров. И все же мы должны идти вперед. Так мы идем. Сейчас мы этих кентавров всех лазером поджарим своим. Главное не упустить ни одного. Че, вроде бы все. Кстати, на заставке эти кентавры успели выстрелить в небо, но стрелы еще пока не падают. Может быть, я их сжег своим лазером? Ура! Спасибо, Варута. Вместе мы восстановили мир во владениях. Да вообще без Б обращайся. Варута, с тобой мы можем защитить всех. Давай спокойненько, на это я не подписывался. Это я типа за Варута отвечаю. Эта атака доказывает вашу точку зрения. Это печально, но мы не готовы защищаться от этого бедствия. Зора встретит эту опасность лицом к лицу. Мы должны думать о будущем. Мы все делим землю Хайрула. Поэтому каждый из нас должен внести свой вклад. Мифа, прими участие. Да, отец.
Ты станешь пилотом божественного чудища Варуты. При одном условии. Обещай мне вернуться целой и невредимой. Мифа. Принцесса Зоры, обладающая невероятной целительной силой. Она дружила с Линком с детства. Теперь ей доверено управлять божественным чудищем Варутой. Ну что ж, на сегодня это все. Если тебе понравилась эта серия, то не забывай ставить лайк под этим видео и подписываться на канал, чтобы не пропустить следующих крутых видео.